Доброго здоров'я, і ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Ас Пиво» і торгова марка «Гробина». Сьогодні гість політичної кухні, заступник прокурора Сумської області Тетяна Мироненко. Ми раді вас бачити на нашій кухні. Дякую за запрошення, мені також приємно бути з вами. Тим паче, що ми скажемо по секрету нашим глядачам, що ми сьогодні записуємо в день працівників прокуратури. І користуючись нагодою, ми вас вітаємо із цим святом, бажаємо всього найкращого. І сподіваємося, що таким буде і наше блюдо, яке ми сьогодні будемо готувати. Дякую за поздоровлення. А блюдо в нас буде дуже просте, тому що дійсно ми записуємося у День працівників прокуратури, це наше професійне свято, а враховуючи, що ми завжди працюємо, то блюдо буде дуже швидке від завжди працюючої жінки. Тетяна Євгенівна Мироненко народилася у місті Харків, закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук. В прокуратурі Сумщини пройшла трудовий шлях від посади прокурора відділу загального нагляду до начальника управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Сумської області. Була директором Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України. Має двох доньок. Так. Що ми будемо готувати? Тетяна Євгенівна, розказуйте, що у нас сьогодні буде, які інгредієнти? Ну, салат, на самом деле, будет простой. Это классика жанра, просто потому что, когда хочется кушать быстро, то бишь, можно назвать его прокурорским, можно, вариант. Да, можно назвать его салат от Мироненко, можно просто танины ветребеньки. А на самом деле это дуже просто. Это капуста, немножко зелени, консервированный тунец, чуть-чуть кукурузы для сладости жизни и всего лишь оливковое масло. Вот и все. Ну, из вашего рассказа мы поняли, что готовить это не часто, да, потому что очень много работы и что-то должно быть легкое, быстрое. Вы знаете, так, я же мама двух детей, просто они уже выросли. Когда-то это, безусловно, всегда... Совмещалось? Ну, конечно. А в советские времена и тортик после работы успевался. А сейчас мои дети уже замужем, поэтому... А я могу себе позволить. Это счастье, когда ты можешь себе позволить. Вот поэтому этот салат я могу себе позволить. Это хорошо. Прекрасно. Я так понял, что у нас составляющие еще будут яйца. Да, я забыла. Кстати, они не просто яйца, а перепелиные яйца. От это... местного виробника. Ну, звичайно. У нас и... всякие від місцевого товару виробника. Да. И там же ж нема холестерину. А в курячих є? Да. Это, и тут нет сальмонеллы никогда, потому что перепелки, они горячей крови, она там не водится. Все понятно. Итак, наша кастрюля, и мы сюда будем так, добавляем водичку, наливаем воду. Не, лучше яйца положим. Лучше яйца? Да. Я буду помогать. Да. Кстати, для того, чтобы яйца никогда не треснули во время варки, я почему-то запомнила с детства. В них надо добавить в воду просто ложку соли. Серьезно? И они не вытекут и не разорвутся. Отлично. Да. Вот чем мне нравится работа на нашей политической кухне, что узнаешь много нового. Тетяна Евгеньевна, у вас в биографии указано, что вы родились в городе Харькове. А как вы оказались в Сумах? В городе Сум? Да. В городе Харькове родилась не только я, но и мой папа. А в Сумах, кстати, папа с бабушкой пережили даже оккупацию во время войны в Харькове. А в Сумах мы оказались в связи с переводом отца на работу. Мой отец, кстати, 30 лет возглавлял «Сумыгаз». Он заслуженный строитель Украины, и это был Нестеров Евгений Михайлович. И, собственно, газификация Сумской области, которую он начал, началась с Шостки, со Свемы. И живя в Харькове, он приезжал, ну, вахтовым способом работали тогда, начинали газификацию Шостки, под строительство Свемы. Ну, а потом его пригласили на работу. И вот, собственно, газификацией области, наверное, одним из первых занимался мой отец. Но вам не хотелось пойти по его стопам? Юриспруденция как-то получилась? Вы знаете, наверное, может быть и хотелось, потому что мое первое образование строительное, но вот несмотря на то, что говорят о Советском Союзе по-разному, но ни мне, ни моему родному брату отец не позволил идти в ту систему, в которой работали они с мамой. Мы шли своим путем и... Никогда, ну как, немножечко я работала, но это было другое министерство. Я строила газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Но это был Мингазпром, это было другое министерство. То есть у меня в этом плане был немножко опыт касательный газа.
Это очень интересно. Я даже ездила в 80-е годы в командировки, даже летала на вертолете над газопроводом строящимся. У нас тут была дирекция строящихся газопроводов Уренгой, Помары, Ужгород. И мы контролировали, мы были заказчики и контролировали строительство газопровода магистрального на территории 4 областей. Это была тогда Сумская, Курская, Полтавская и Белгородская, по-моему. Ну, тогда был Советский Союз. Кстати, я хотел сказать, вашего отца, я тоже его помню. Я вот буквально перед передачей узнал, что это ваш отец, да. Я вам честно говорю. Я не афиширую, но очень горжусь. До сегодняшнего дня в Сумыгазе его помнят люди, которые с ним работали. И самые-самые-самые наилучшие воспоминания, как о человеке, как о руководителе. Наверное, даже прежде всего, как о человеке. Да. Но это большая ответственность, когда родители добиваются больших успехов для детей, так сказать, ну, не хуже. Не посрамить. Да. Вы знаете, я с моим братом родным, он тоже полковник, он бывший военный, теперь он возглавляет службу безопасности Национального банка, нашего территориального управления. Мы с ним как-то говорили, почему мы получились нормальными, хотя могли бы стать мажорами. Да? Наверное, потому что отношение к работе было всегда как к работе, но не как к привилеям. И мы не ощущали ничего, кроме того, что папа был больше занят на работе, чем другие. Вот и все. А ответственность, ну, это воспитание, это все мама. Татьяна Евгеньевна, вот при слове прокуратура, ну, я уверен, что человек как бы подтягивается, втягивает живот и хочется сразу отдать честь. Ну, такое грозное достаточно слово. Вот как вам, как женщине, работается в этой системе? Я, честно говоря, впервые встречаю женщину зам прокурора области. Ну, на самом деле в Сумской области женщина зам прокурора области первый раз. А в общем, в системе прокуратуры женщины и прокуроры областей, и замы генерального были, есть и будут. А вот тоже удивительное совпадение. Мой дядя долгие годы возглавлял кадры прокуратуры области, но никогда меня туда не позволял, не то что там не пускал. И я пришла в прокуратуру, когда дядя уехал вообще в Россию. Да. Как? Да никак, это просто работа, и не более того. К тому же в прокуратуру я пришла уже с большим опытом, в общем-то почти 20-летним опытом работы в другой сфере, в других сферах. И даже в армии служила 5 лет на Сахалине. Вот строительство газопроводов, там горстройпроект Кобылякова, мы с ним работали вместе. То есть, это в какие годы вы служили? Ну, вам все расскажи, вы посчитаете. Вот, интересно. В армии я служила ВЧ-47-186 на острове Сахалин, у меня муж был военный. Это еще в Советском Союзе. Это 86-й год, по 91-й мы были на Сахалине. И два года на действительно военной службе, наверное... Вот я не случайно начала с творческой работы. Когда меня призывали в армию, я долго сопротивлялась. Там работала инженером по хозспособу, строили казармы. А потом, с учетом того, что после работы я танцевала с детьми, учила их танцам, а меня вызвали командир полка и замполит, там 22-23, я не помню уже сколько лет мне было. Говорят, мы тебя призываем в армию. Спасибо. Ну да, нет, но это было счастье, потому что был бесплатный перелет. Бесплатное. Особенно с Сахалина. Да, это, в общем-то, и все женщины, собственно, хотели, женщины, жены военнослужащих, хотели попасть на военную службу, но все хотели работать телефонисткой. Женщины работали телефонистками. А мне, значит, была предложена творческая работа. А я говорю, нет, я хочу быть телефонисткой, как все. Потому что был паёк, был, значит, бесплатный перелет, там форма, ну, масса привилей. Ну, по было чего в армию сходить. Да, 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 да. Особенно да. Там, год за два, да, или год полтора. За полтора. Да, у меня так полтора. И написано в трудовой книжке. Работа в районах Крайнего Севера. Но я была очень настойчива, я говорю, я не знаю. Он говорит, а мне задали вопрос, а вы знаете, что такое работа творческая? Я строитель после горстройпроекта, после строительства газопровода Уренгой, Помары, Ужгород. Я говорю, нет, не знаю, я хочу телефонисткой. Но меня таки уговорили, ты, говорит, танцуй дальше. Я вот танцевала с детьми,
И тогда я поняла, что работа творческая – это на самом деле немножко другое. Но своих подчиненных в дальнейшем я пугала тем, что говорила: «Поднимите руку, кто в армии служил». А никто, кроме меня. Но я же не рассказывала им правду, что я на самом деле занималась там хореографией. И все-таки прокуратура. Вот я говорю, что это такое, какое-то, ну, вот такое слово серьезное. Слово серьезное, но ощущение внутри – работа и ответственность. И, наверное, я соглашусь с теми подходами, которые были ранее, то бишь еще в Советском Союзе. В юридические вузы не брали до того, как человек не пройдет армию и не проработает 2 года. Даже не принимали документы. Потому что, когда человек вершит судьбы, он должен быть к этому готов, к мере ответственности. И мне кажется, что здесь мера ответственности – это главное. Ну и профессионализм. Вы знаете, вот ощущение, что ты ничего не знаешь, меня преследует всю жизнь. А это значит ответственность. То есть хочешь не хочешь, а иногда там в 5 утра читаешь, да, потому что все равно чувство, что ты ничего не знаешь. Поэтому это нормальное чувство ответственности. А в общем, прокуратура... Я, например, очень сожалею, что сегодня уже в новом законе мы лишены права нагляду за додержанням та застосуванням законів. Ми можемо цю функцію виконувати лише виключно у формі представництва інтересів громадян держави в суді. Кстати, ніколи не їж більше, чим можеш підняти. Генрі Бард. Я надіюсь, що ми в следующих не этих программах, но обязательно вернемся к этой теме, потому что вот действительно на сегодняшний новый день... Новый закон про прокуратуру. Да, новый закон о прокуратуре. Есть о чем поговорить, потому что люди действительно на сегодняшний день плохо представляют себе. Во-первых, функции прокуратуры. Во-вторых, и работники прокуратуры не все. Не, ну мы изучаем этот закон. И мало того, некоторые его части уже работают, а некоторые набудут чинности лише с квітня. Але все змінилося, і змінюється процес і процедура потрапляння в професію і самоврядування, і ну, багато чого змінюється, концепція змінюється, тому треба про це розмовляти, про це розказувати, і мені здається, це дійсно має сенс, а те, що ми змінюємось, ну, свідчить хоча б те, що ми створили при прокуратурі Сумської області консультативну раду. Громадська рада при Міністерстві юстиції, при управлінні юстиції, у нас вона називається консультативна рада. Тобто деякі питання ми виносимо на обговорення, ну, приміром, пам'ятаєте, як нас засоби масової інформації так швидко і дуже, ну, з моєї точки зору, не дуже коректно розписали в статтях, ну, одна назва мені запам'яталась – «Война войной, а земля по расписанию», когда мы обратились к власти за тем, чтобы нам выделили землю. А, ну, це була моя ініціатива, тому я відчувала якусь там, ну, не знаю, незручність, мабуть. Тому я на цій консультативній раді винесла це питання на обговорення, розповіла, чому ми так зробили, що це значить. Это под застройку дома, да? Ну, да. Потому что на самом деле работает очень много молодых семей, людей. Где они должны брать? Государство должно же иметь позицию тоже по отношению к своим работникам. Ну и мне понравилось то, что я рассказала нашу мотивацию, почему мы так поступили. В ответ я услышала, собственно, дорадчий голос, да, консультативной рады, когда сказали, что не на часе, мы вас почули. А я сказала единственное, что если вы что-то пишете про прокуратуру, ну, приходьте, ми ж відкриті. Ми вам будемо розповідати з перших рук. Можна ж відкрите спілкування налагодити. Чому ми боїмося? Прокуратури, вона вже не така, як у 37-му. Эта открытость, она была или она появилась сейчас, после революции, после Евромайдана? Или... Потому что, ну, все-таки в прокуратуру, как журналисты, мы это знаем, попасть достаточно сложно, прокуроры не всегда дают комментарии и так далее. Сейчас, правда, стало легче работать и с прокуратурой, и... За 20 років да. Моей работы в журналистике это была на такая закрыта. Ну, наверное, знаете, мы все-таки идем... Ну, все же меняется в этом мире, мы тоже меняемся. Но уже достаточно давно один из, скажем, показателей нашей работы – это співпраця и высветление нашей работы в засобах массовой информации. Да,
Мы контролируем, что будет говорить рядовой работник, потому что у нас работают молодые люди, они могут быть эмоциональны, либо, может быть, это же ведь государственная структура. И вот не случайно я же сказала, как важно, чтобы государственные институции были надежны, стабильны и системны. Ну, мы все люди государственные, мы же видим, конечно же, с моей точки зрения, не совсем правильно и не совсем корректно, когда по любому поводу мы будем люстрировать с мусорными баками. Мы дойдем до анархии. Это неприемлемо. Да, я абсолютно согласна с тем, что тот Майдан, который был год тому назад, я в это время была в Киеве, и я пыталась удержать и своих студентов, которые в ведомственном вузе учились от беды. И я абсолютно убеждена в том, что власть, которая стреляет в своих граждан, она не имеет права на жизнь. Но мы не можем с тех пор, вот мы год занимаемся очищением, в части законодательном, в части изменения кадров, да, вот, но мы это уже сделали системой, и не может быть политические партии движения отделами кадров. Нам надо возвращаться в системность. Государство без государственных институций, которые являются определенным давлением, определенным тиском, потому что, ну, так устроено государство, никто ничего другого не придумал. А иначе это будет вот «не хочу в тюрьму, тебя в мусорный бак», да? То есть, ну, пора возвращаться к законодательному, спокойному, скажем, хочется спокойно. Вы же видите, до чего мы дошли там, на Востоке. Кстати, вот мой бывший муж, он отец моих детей, там он ушел, офицер, он ушел добровольцем. И, конечно же, я снимаю шляпу, но взрослые люди, ну, достаточно уже взрослые люди, те испытания, которые они там переносят наравне с молодыми людьми, это трагедия нашей страны. Как оно закончится, неизвестно, но здесь мы должны уже что-то делать. И делать серьезно и принципиально, я считаю. Поэтому хочется верить, что все, что будет происходить в дальнейшем, потому что, ну, слава богу, есть коалиция, есть уже спикер, есть премьер, все вроде как у нас стабильно, но будем надеяться, что эта стабильность дойдет даже до нашей политической кухни и будем резать. Да, давайте, давайте что-то делать. Кстати, если женщина весит 90 килограммов, самое большое для нее удовольствие – увидеть женщину, которая весит 120. Я, кстати, хотела спросить, а не страшно ли вам было приходить в такое сложное время на руководящую должность? После вашего рассказа о Сахалинах и о прочем, я поняла, что нет, не страшно было приходить. Ну, на Сахалине на самом деле было не страшно, мало того, это была тогда закрытая зона. Насыщенная у вас такая биография. Ну, вы знаете, ты теперь, когда оглядываешься, понимаешь, что она была насыщенная. А когда она... Вот шаг за шагом, да, степ-бай-степ, как говорят классики, то вроде ничего как особенного, ничего вроде особенного, бы не было, да? Да. А вот насчет «не страшно», на каждую спину свой крест. И раз это предложение пришло в тот момент, а оно пришло еще тогда, когда не был аннексирован Крым. Угу. Ну, сомнения, вы знаете, их практически не было. Во-первых, мне очень хотелось домой. И этот вариант, я иду домой, и мне было очень комфортно от мысли того... Киев великолепный город, работать там очень интересно, но ни секунду не сомневалась, что я хочу домой. А вы так всегда реагируете на предложения? То есть приходит откуда-то свыше, может быть, надо соглашаться? То есть как бы легко вас... Решение принимаю легко, но помню каждую ночь перед этим решением. То есть я задаю себе вопросы, конечно, да, нет, как-то взвешиваю происходящее, но... Однозначно, если принимаю решение, то уже назад не оглядываюсь. Как мы яйца режем? А можно так? Можно. Да, так, да? Они же и так красивые и маленькие. А женские штучки включать приходится в прокуратуре? Во время или, работы или места с мужчинами? Там нет, нет, всегда. Вот всегда. Всегда да? Всегда да. А, всегда держи. Легче добиться результата, когда и ты вот чувствуешь себя женщиной. Это работает. Но это сначала на подсознании, а потом со временем ты понимаешь,
что, оказывается, ты включила женскую штучку. Ну, вы знаете, вот Киев очень многое дал мне в понимании, потому что я вдруг... Ну, там у нас в Академии не только институт подготовки кадров, там еще научно-исследовательский институт и повышение квалификации. И я преподавала и в повышении квалификации, это в режиме нон-стоп. Все прокуроры всех уровней проходят и замы прокуроров областей, проходят повышение квалификации. Угу. Я, например, очень боюсь аттестации. То есть реально, ну, вы же понимаете, что такое экзамен, да? Сидит аттестационная комиссия, задать вопрос могут любой. Ну, вы все-таки кандидат юридических наук. Ну, поверьте, это совершенно не... Не спасает от страха. Абсолютно. Абсолютно не спасает. Может, это женское? А знаете, что, какая тема кандидатская у меня была? Интересно, да, кстати. Интересно. Что это было в 2007 году. 2007. Управление взаимодействием органов прокуратуры с громадскостью. Вот так. Это было совершенно не актуально тогда. Вот зелень можно? Да, 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 конечно. Красоту мы всю порежем. А вы? Я вот яйцами занимаюсь. Угу. Вот вы сказали, что никогда ваши родители не позволяли и не позволили вам стать, по сути, мажором, мажором, я к тому, к другому. А как, ну, по какому принципу нужно было в Советском Союзе? А по какому принципу вы воспитывали своих детей, чтобы такого с ними не случилось? Или у них и шанса не было, потому как в прокуратуру вы позже попали? Ну, как позже? И вообще с такой-то работой. Да. Как вы их воспитывали? Как я их воспитывала? Или кто их воспитывал? Ну, я не скрою, у меня была даже няня, потому что, когда у меня родилась вторая дочь, это были вот лихие 90-е, и кушать было нечего, даже с мужем-офицером. И я ушла на работу, когда Лизе было 11 месяцев. Угу. Работала начальником отдела кадров на тот момент достаточно процветающего коммерческого организации «Газпром» назывался. В Сумах. Няня была, ну, мы никак, а какие, а как могут быть мои дети мажорами, если я никогда не была великим начальником? То есть, ну, себе рожили, да и жили, учили, да учили. Старшая моя дочь живет в Киеве, ее муж и она работали в прокуратуре, муж ее ушел с должности зама Конотопского межрайонного, сказал, что это не мое, и я не вижу будущего в этой организации. Катя, старшая моя дочь, тоже, она в декрете, но она не собирается выходить, она тоже сказала, это не мое. Но тоже изначально пошли в юриспруденцию, да? То есть, ну да. Чем когда... они занимаются, адвокатской практикой или чем? Ее муж работает в бизнесе, в коммерческой структуре, но юристом, да. Катя в декрете, а младшая дочь, она помощник государственного нотариуса со смешной зарплатой. Это, кстати, вот тоже комментарий мамы, да, ну как можно жить на зарплату государственную, да, там в 1000 гривен. Ну, это просто вот, это можно говорить на кухне, конечно. Да. Это неправильно. Вот это вот тоже государственная позиция должна быть. Мы говорим о борьбе с коррупцией, но мы должны же понимать, что надо дать государственным людям зарплату, которую, в которую можно вложиться, там, в, заплатить за квартиру, купить себе какую-то, ну, минимальную одежду, да, там, купить себе продукты. Ну, посчитать элементарно. Да. И так, к сожалению, любая государственная служба. Так, служба, нет, ну, государева. Ну, вот у нас сейчас все-таки, ну, более-менее, и всегда было, мы не жалуемся особо. Ну, у нас никогда, даже тогда, когда я работала в прокуратуре, а были еще купоны, у нас, когда была везде задержка, у нас никогда не было задолженности по зарплате. Тут я... Ну, если еще и в прокуратуре была, то тогда я вообще ничего не понимаю. Ну... В государственной структуре. Ну да, в общем-то да. Скажите, как вы отдыхаете? Ой, отдыхаю я хорошо. Да? У нас многие мужчины говорят, да мы особо не отдыхаем. Нет, ну вы же сказали, как вы расслабляетесь. Если бы так, тогда надо было спросить, как вы расслабляетесь. Как я отдыхаю? Ну, во-первых, у меня есть круг друзей, которые совершенно не имеют никакого отношения к прокуратуре и не имеют, и не имели. То есть о работе с ними не поговоришь? Совершенно другие темы, да? Так, ну да, надо же умничать где-то, не только на работе, а работе. Во-вторых, у меня семья очень большая. Это, ну, папа у меня умер 21 января еще года, вот нет. Ну, это мама, это мой родной брат, это мои дети, это мои внуки, это мои сваты. И это получается на моей кухне 20 человек.
А это накрыт уже... стол надо. А мы же не помещаемся, поэтому фуршет. Ага. Да, поэтому каждый приносит с собой какой-то там бутерброд. Это прекрасно. И вот это вот момент единения. Знаете, есть общение, а есть разобщение. Так вот, если мы не общаемся, то мы разобщаемся. А для того, чтобы была семья, нужно общаться. Хотя бы раз там в 3-4 месяца собраться получается. И почувствовать. Получается. Я когда кто-то слил. Инициирует, обязательно получается. Это для сладости жизни. Угу. Тунец нам надо раздавить как-то. А он сам там раздавится. Да? А ну, что, он разве не... А, он... Не, мы он... водичку слили. А мне интересно, у вас вообще бывало так, случалось за вашу практику, что какое-то решение, которое доносило вам руководство, вы как человек с ним были не согласны, но приходилось это делать? Ну, наверное, я так не могу вспомнить. Но разве можем мы всегда соглашаться с руководством? Ну вот против да? воли так что-то делать приходилось? Ну, против своего внутреннего убеждения? Да. Ну, может быть. Может быть. Я не могу так жестко вспомнить какой-то факт, но, наверное, это... Особенность системы? Вы знаете, такая система не только в прокуратуре. Вы, я точно так же могу у вас спросить, а вы всегда согласны со своим руководством? Но есть статья в Криминальном кодексе, да? Выполнение незаконных uh-huh. наказов. Uh-huh. Мы с этим столкнулись, увидели, поняли, как это бывает, когда эти незаконные наказы ну, настолько влияют на другие судьбы и на других людей. Вот ко всему надо относиться ответственно. Принципиальность, да, но она тоже разная. Я не знаю, вот в каждом конкретном случае, наверное, нужно разбирать. Абсолютно не существует, абсолютной справедливости тоже не существует. И правда у каждого своя. Мы стремимся к чему-то, кажется, идеальному, но идеального ведь тоже нет. Мне очень нравилось выражение, я однажды услышала Абдулова, Александра Абдулова, красивого и умного актера, который тоже умер, но однажды он сказал в своем интервью, если вы сделаете коммунизм в своей семье, тогда вам обеспечено счастье. Коммунизм, ну, в хорошем смысле этого слова, это значит культуру, это значит уважение к корням, это значит комфортное существование. И когда мы приезжаем, вот вы спросили же об отдыхе, там, в Европу или в какую-то, я очень люблю Объединенные Арабские Эмираты, потому что день рождения зимой, я пытаюсь сбежать в лето. На 3-4-5 дней в лето, во-первых, а во-вторых, удивительная страна, где на песке. В 1978 году, когда они начали всерьез заниматься нефтью, они сделали просто космическую страну, где каждой травке лежит зеленая трубочка, где нет воды, где воду опресняют, употребляют, канализационные стоки очищают и поливают цветы. Я приезжаю сюда и понимаю, что мы живем в раю. Нам Богом дано все. Ну все, вот раз, и оно растет. Ну как же так вот у нас неуютно местами. Да. Да. Хочется да. уюта, красоты, ну и, конечно же, спокойствия. Вот как хорошо, когда женщины на кухне. Когда вот стоишь на подсобных работах. Ну, вы сделали очень много. Мужчины, когда приходят, приходится делать все самому практически. Знаете, мужчины разные бывают. Мужчины разные бывают, но мне понравилось одно выражение одного мужчины, который говорит так, давай сразу распределимся, потому что ты так организуешь, что в результате ты будешь читать, а я буду делать все. Поэтому главное правильно организовать. Так. Очень интересный салат. Он должен быть легким, по идее, конечно, да, за счет конечно. Пекинской капусточки. Ну и потом за счет того, что здесь много разных ингредиентов, то бишь достаточно белка, это яйцо, это тунец. Он сытный достаточно, и в общем, можно накормить всю вашу съемочную бригаду. Скромно, кроме салата от Мироненко, что-нибудь еще вкусное от Мироненко. Такое коронное. Есть, что домашние любят? Коронное? Ну, знаете, я, в общем-то, люблю простую еду. Вы не поверите, моя бабушка, царство ей небесное, она была очень верующим человеком.
и очень жестко соблюдала посты. И вот я почему-то из детства запомнила, как бабушка в пост, значит, картошка в мундире, комса вот эти черные спинки, постное масло и лук. Это было так вкусно, я не знаю, мне иногда пробивает, и я вспоминаю детство, с удовольствием это ем. А так, что мы делаем? Мы делаем, опять-таки, простая жизнь. Это там буженина, например, да, или утка. Теперь так хорошо, все в рукав, или кролик там же. А когда есть мясо и овощи? Вот в Итребеньке там пироги не пеку. Все уже. Да, все, да. Нет, да я пироги не пекла, вот торты, да. Торты тогда, вязали кофточки, пекли торты. Ну, это было нормальное состояние любой советской женщины. Консервировали. В этом году начали консервировать перепуги. Ну, я не могу, я на работе. У нас сегодня праздник. Сегодня праздник, поэтому мы как бы и достали. Ну, и наши... Я с вами подержусь, да, но пить не буду, с вашего нашего, позволения. Конечно, да. Мы понимаем. Да. Зато мы за ваш праздник від нашого місцевого товаровиробника Аспива. Святом вас. Дякую, дякую. Прекрасный продукт, сваренный сегодня с утра специально для нас. Кстати, еще от нашего партнера, торговой марки Гробина, в день прокуратуры вот такая красивая вот. Рабочий день закончится. Рабочий день закончится. Вот. Водку не пью, но обязательно угощу. Да, да, я думаю. На этом сюрприз не заканчивается. Да, еще наш партнер Мебли Фокс тоже вас поздравляет с Днем прокуратуры. Желаю вам просто семейного счастья и благополучия. Спасибо вам большое. Шикарные цветы. Кстати, благодаря холодильнику мы теперь можем есть несвежие продукты. Стефан Киселевский. Я на раздаче. Сан Саныч, вам большую тарелку. Потому что я не знаю, как вы. Я, например, с утра знаю, что мы будем записывать передачу, я как бы не завтракал. Ага, вот так. Ага, все ясно. Да. Ну, понимаете, вот это вот есть творческая работа. А я понимаю, что иду на работу, завтракаю где-то в 6:30. Все достаточно, потому что съемочная группа, она большая. Во. Красиво смотрится. Так. А калорий практически нет. Чуть-чуть переплели яйца. Вам все равно она срадует. Да. Вот, да. Вот. Вилочки. Угу. Спасибо. Ну. Пробуем? Пробуем. Конечно. Ну, давайте. Давайте. Съедобно. И не скажешь, что 1 декабря за окном. Да. Зелено. Я бы сказал, супер. Вкусно. Очень легко. Сочно. Мы не подумали про хлеб, но мне кажется, сюда хлеба и не нужно. Нам не нет. Знаю почему. А потому даже, что... Даже мне не хочется хлеба. Угу. Вкусно. Я... Нашим телеглядачам нагадую, що ви були на політичній кухні. АТВ, партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Аспио» і торгова марка «Гробина». Сьогодні гостем політичної кухні була Тетяна Мироненко, заступник прокурора Сумської області. Це була святкова кухня. Залишайтесь за АТВ і смачного!